Решили, что в Египет мы не поедем больше. Но это уже давно, на самом деле, он просто надоел. Несмотря на то, что достаточно близко лететь и вроде всегда более-менее теплая погода. Нет, в Египет не очень хочется. В Турции часто бываем, как к себе домой, с одной стороны, и море было теплое, но опять это потому, что сентябрь, бархатный сезон. А так люблю Европу, Барселону, но опять сейчас тоже. Не знаешь, вот завтра полетим в Сочи, к себе в Сочи, в любимый город Сочи на 3 дня, там отдохнуть и дела, совместить приятное с полезным. Боюсь летать после всех этих событий, после всех терактов, даже в России, казалось бы, и в Сочи, вот думаешь, лететь, не лететь, а может быть, лучше бы поездом. Я такой не то чтобы фаталист, но что суждено, то суждено. Поэтому если так, значит так. Будем думать о хорошем.